А вы в курсе, что начинающие сочинские предприниматели продолжают борьбу за деньги? В Сочи финишировал проект «Открой свое дело». Цель программы – помочь юным предпринимателям открыть свой бизнес. Здравствуйте, в эфире программа «В курсе» и я, Ольга Десятова. В этой студии мы обсуждаем вопросы, которые так или иначе затрагивают интересы всех сочинцев. Ну и сегодня в нашей программе мы поговорим о бизнес-акселераторе «Открой свое дело». Что такое акселератор? Это модель поддержки бизнеса на ранней стадии, которая предполагает интенсивное развитие проекта в короткие сроки. Я напомню, проект «Открой свое дело» стартовал в Сочи 25 ноября. На первой лекции школьникам и студентам рассказали, что такое предпринимательство и как сгенерировать бизнес-идею. Это концепция бизнеса, которая после, подкрепленная грамотным бизнес-планом, должна трансформироваться уже в действующую модель бизнеса. В день старта проекта всем участникам, школьникам и студентам предложили разбиться на группы и придумать свою идею для бизнеса. Потом были 2 недели работы над проектами с педагогами и действующими предпринимателями. За каждой командой закрепили трекера. Это наставник, который помогает проекту развиваться с нуля, от идеи до первого заработка. Программа «Открой свое дело» реализуется в рамках национального проекта МСП «Поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке Фонда развития бизнеса Краснодарского края, Сочинского госуниверситета, а также администрации региона и города Сочи. В экспертном совете у нас по традиции наши давние партнеры, это члены «Опоры России», всегда нас поддерживают опоровцы, и среди них как раз вот большинство менторов, которые в дальнейшем работают с нашими стартапами, поэтому это представители реального бизнеса, реального сектора экономики, и они, конечно, дают очень хорошую обратную связь и очень большой эффект, когда уже действующий бизнесмен берет шефство над молодым предпринимателем, поэтому основной костяк у нас это «Опора России», также у нас представители администрации города Сочи. Мы рады, что нас поддержало и управление молодежной политики, управление образования города Сочи. Представители власти отмечают, что с помощью таких проектов его авторы помогают растить будущее поколение предпринимателей, тех, от кого в том числе будет зависеть экономика нашего города, региона и страны. Современные темпы экономического роста, сама динамика, она ставит перед нами главную задачу. Сегодня нужно поддерживать молодых активных ребят, чтобы они создавали, брали на себя ответственность, создавали новые рабочие места, стартовали, открывая свое дело. Сегодня для нас это очень важно, потому что молодежи в части цифровой экономики легче адаптироваться под те современные реалии, условия, которые сегодня существуют. И, безусловно, форматы бизнес-инкубаторов, в том числе тот бизнес-инкубатор, который проводит Сочинский госуниверситет, мы всесторонне поддерживаем, потому что сегодня молодежи нужно показать путь, правильный, корректный путь для саморазвития. Для первого шага, безусловно, чем раньше, тем лучше, потому что для любого предпринимателя самое главное в начале пути набить свои шишки. И мы будем дальше поддерживать этот проект еще в части того, что нашу молодежь, которая выйдет именно на этот путь, мы будем знакомить с старшими, которые уже эти шишки набили, и соответственно, организовывать обмен опытом. Итак, после того, как участники программы получили нужные и полезные знания, дельные советы и экспертную поддержку, в финале проекта начинающие предприниматели снова собрались в одном зале и представили свои бизнес-проекты экспертному совету, в состав которого вошли инвесторы, бизнесмены, представители администрации Сочи и Краснодарского края. В акселераторе «Открой свое дело» участвовали 160 студентов и школьников. В финале проекта они представили 23 стартапа. Это кафе, студии танцев и рисования, клубы по интересам для подростков, экологические проекты, а также различные проекты в области программирования. Их члены жюри оценивали на реализуемость, прибыльность и скорость окупаемости. 2 недели пролетели просто как один миг. У нас всего 18 часов было на работу, но по факту мы, конечно, потратили гораздо больше времени на то, чтобы подготовить
подготовить команды к сегодняшнему выступлению. 160 человек – это, конечно, не шутка. И на выходе у нас получилось 23 стартапа, 23 бизнес-проекта, которые, в принципе, уже, как мы считаем, потенциально готовы к запуску. Мы, конечно, ориентировали нашу молодежь на то, чтобы это были проекты с низким порогом входа, до 100 тысяч рублей. И, тем не менее, у нас есть и грандиозные IT-стартапы, которые требуют инвестиций в 7 миллионов. Есть проекты, которым инвестиции не нужны вовсе. Они основываются на экспертности ребят. И это, на самом деле, очень хорошо, когда девчонки, которые хорошо умеют танцевать, организовали, например, танцевальную школу. Есть девчонки, которые открыли там анимационную какую-то бригаду, которые будут проводить профориентационно-анимационные утренники для школьников. И, в принципе, вот это действительно очень классно, когда, основываясь на своей экспертности, понимая, что ты что-то можешь сам своими руками, своей головой, вот, исходя из этого, уже начинать какой-то первый бизнес. Это то, к чему мы, в принципе, вот и стремились, то, на что мы ориентировались. Я, в целом, очень довольна, как прошла наша работа. Константин Крылов – студент и бизнесмен. Он занимается продажей силиконовых штор. Они сохраняют температуру в помещении. Их используют в производстве, торговле и даже в быту. На акселераторе предприниматель представил франшизу по продаже таких штор. Целевым рынком являются родители подростков, проживающих в городах с населением более 80 тысяч человек. Таких городов насчитывается более 200. Бизнес-модель. Как вы видите на слайде, всего предложено два пакета услуг. Старт стоимостью 14 990 рублей и премиум стоимостью 19 990 рублей. Каждый из них включает в себя мое личное менторство, товар и также доведение до первого клиента. Немного о нашем товаре, почему он лучше, чем у других наших конкурентов. Во-первых, у нас высокое качество. Также у нас полный спектр услуг, от установки до замены. Быстрое изготовление и доступные цены. Студенты и школьники хотят не просто реализовать бизнес-идею, заработать, но и сделать это с пользой для экологии родного города. Экопроектов было несколько. Один из них – это коммерческие биотуалеты. Даже существует такая поговорка: «Страну судят по туалетам и дорогам, а не по космосу и балетам». Мы предлагаем решение обеспечить жителям и гостям города комфортные, а самое главное – доступные туалеты. Людям больше не придется бегать по кустам или искать Макдональдс, чтобы сходить в туалет. Наши биотуалеты будут намного комфортабельнее, а самое главное – доступнее других. Людям не захочется идти в грязный туалет санитарии, и они выберут именно наш туалет. Много было проектов, связанных с программированием и IT-технологиями. Начинающие предприниматели, например, предлагали фриланс-платформу для того, чтобы студенты могли набираться опыта в профессии. Или приложение «Рынок услуг в смартфоне». Это легкий поиск товаров в интернете. А вот эта команда представила проект «Компас предпринимателя». Это сайт для бизнесменов и инвесторов. Проблема в том, что инвестор или предприниматель приедет в город Сочи, не знает, куда правильно вложить деньги. И в частом случае просто проиграют через месяц. Мы решили найти с помощью нашего сайта инвесторов, которые могут найти нужную недостающую сферу в городе и построить там свой бизнес. Решение. Предприниматель заходит на наш сайт, выбирает определенный микрорайон города или весь город Сочи, выбирает, смотрит, какое количество сфер услуг актуально и не актуально, выбирает бизнес, начиная от 1 миллиона рублей, и выбирает ту или иную сферу услуг, которая ему актуальна или которую он хочет. В итоге проект, связанный именно с программированием, был отмечен экспертами. Сергей Воробьев представил мобильное приложение. Это удобный поиск экскурсий в разных городах. И занял на акселераторе 3-е место. Пришел сюда просто из интереса, потом загорелся и просто подумал, я живу в городе Сочи, почему экскурсии настолько унылые? Я не раз встречался с рамками экскурсий. И когда я об этом подумал, я решил придумать программу, которая сделает все за вас. Вот и она такая и вышла. Собственно. По работе я списался уже с менеджером, да, Яндекс.Карт, и они на демо-версию только по Сочи городу. Вот, уже готовы предоставить свой конструктор, то есть с чем мы уже можем начать реализовывать проект. Вот как-то так. Ну, с экспертного совета же тоже какие-то предложения уже поступили. Да, да, мне предложили и как только мой проект выйдет на OSC уровень, то есть мне вот предложил
я не знаю, честно говоря, имя отчество, вот, предложил тоже проинвестировать, а до этого вот еще другой человек предложил мою идею в другое русло чуть-чуть перенаправить и сделать из этого чуть другой проект, но тоже, в общем, предложил, да, изменить и проинвестировать. Каким вы в идеале видите проект, вот, когда он будет запущен, проинвестирован, каким он должен быть? Если так, как я это вижу, то буквально, я не знаю, ну, потребуется около года для того, чтобы он вышел на российский рынок. Далее продукт собираемся прорекламировать. Тут проблема в том, что придется со временем увеличивать количество серверов. Чем больше карт, тем больше потребления информации. Соответственно, в огромных мечтах есть вывести проект на мировой уровень. То есть сделать так, чтобы вы, приезжая в любую часть страны, могли прийти и заказать экскурсию, которую вы хотите, где вы главный. Выступай комфортно, говори красиво. Месячный курс по ораторскому искусству. Получаю удовольствие от своих публичных выступлений. Боль. Страх публичных выступлений – раз. Отсутствие навыков эффективной коммуникации – два. Проявляется через защиту дипломов, диссертаций, также защиту проектов, как сейчас на бизнес-инкубаторе. Прохождение интервью, выступления и даже поиск партнера. Научись говорить уверенно, пройдя наш курс по ораторскому искусству. А это выступление авторов проекта «Школа ораторского искусства». Они заняли второе место. «Школа ораторского искусства» – это курсы, которые будут полезны студентам, например, на защите диплома, а потом и на собеседовании. Ораторское искусство – это навык топ во всем мире. Мы нашей командой провели опрос и узнали, что в каждой группе, как Сочинского университета, так и колледжа, буквально везде есть проблема с ораторским искусством. Ребята не могут защитить диплом, диссертации, из-за этого лажают. И педагоги, даже учителя, говорят: что бы нам найти такое, чтобы мотивировало и позволило ребятам научиться этому? Кстати говоря, мы заметили, что сейчас ввели устный конкурс, точнее устное задание, после 9 класса, что тоже очень подчеркивает нашу актуальность. Поэтому наш проект призван одно – развить soft skills молодежи, такой как лидерство и ораторское искусство, а также сделать Сочи городом лидеров. Уже после января мы хотим запустить две группы, начинать работать, и к лету 2020 года уже иметь брендированный, расширенный и рабочий проект. Ну а первое место в акселераторе «Открой свое дело» получили вот эти девушки за проект Healthy Snacks. Это сушеные снеки из местных фруктов для полезных перекусов. Нам предложили. Предложили изначально вот из тех вариантов, которые нам предложили, мы выбрали один, и почему-то так получилось, что как бы все, ну, в общем, как бы по общим интересам вышел этот вариант. Нам предложили хендмейд, то есть сделать все своими руками. Предложили два варианта: или это будут ручные работы из, ну, куклы, там, картины, или это будут сухофрукты. То есть нам очень понравились сухофрукты, варенье, то есть все из фруктов, потому что у нас то местные наши фрукты растут только у нас, больше нигде не растут. Это фихуа, инжир, ну, многое другое. Вот. То есть мы на этом делаем акцент, и благодаря этому мы выиграли. Да. А как планируете развивать ваш проект дальше? Через интернет-магазины. Продажи у нас будут. У нас будет доставка по Российской Федерации. То есть сначала это будет реклама, потом у нас будет свой ларек. То есть магазин больше расширяться, и планируем дальше выйти на мировой уровень. Помогала им первоначально с выбором идеи, предлагала какие-то варианты, они не могли определиться. Мы несколько раз поменяли бизнес-идею, в итоге остановились вот на полезных перекусах и дальше уже разрабатывали совместно, делали презентацию, подготавливали маркетинговую стратегию. Ну, то есть все курировало, все прохождение, разработку всей стратегии. Будете ли дальше девчонкам как-то помогать развивать эту идею? Да, обязательно. Сама загорелась уже этой идеей. Так мы прониклись, жили тут буквально 2 недели вместе, постоянно переписывались, обсуждали, думали, как лучше. И, конечно, хочется дальше помогать, участвовать в этом. И идея сама по себе, мне кажется, интересной, классной. А насколько она жизнеспособна и может ли она вот действительно вылиться в такой хороший бизнес? Я думаю, что вот именно эта идея действительно жизнеспособна, сможет стать бизнесом, востребована. Сегодня вот мы готовили угощение уже, фрукты сушеные угощали жюри и коллег наших. Всем понравилось, все оценили, классный перекус. Тем более сейчас очень, ну, востребован, многие ведут здоровый образ жизни, стараются как-то поддерживать здоровье. И вот как раз-таки этой тенденции, эта идея, ну, поддерживает ее.
По итогам акселератора сразу 10 команд стали резидентами бизнес-инкубатора СГУ. Они продолжат работу над своими программами под руководством тренеров и менторов. Кроме того, они уже получили поддержку индустриальных партнеров и даже первые заказы. Например, ребята из проекта «Студия звукозаписи» получили приглашение поработать в Центре молодежного инновационного творчества. Команда «Компас предпринимателя» в бизнес-инкубаторе СГУ займется исследованием перспективных бизнес-ниш Сочи. А программисты из команды TNC будут создавать сайт для фрилансеров в сфере IT. Ремонтно-строительная фирма ДКМ тоже получила свои первые заказы. Авторы проекта – студенты, которые учатся на строительном факультете. Акселератор «Открой свое дело» подвел итоги, но организаторы готовы помогать каждому из проектов. Для тех, кто мечтает стать предпринимателем, всегда открыты двери бизнес-инкубатора. Мы подготовили также 16 трекеров, которые в дальнейшем смогут работать в нашем бизнес-инкубаторе, помогать проектам. Конечно, сегодняшним днем наша работа не заканчивается. И мы обязательно сделаем отбор в наш бизнес-инкубатор, у нас появятся новые резиденты. Ну и в целом моя позиция и политика нашего бизнес-инкубатора такая, что мы не закрываем свои двери абсолютно для всех участников наших программ. Дальше у нас на еженедельной основе будут так называемые бизнес-разборки. Это такой формат, когда мы встречаемся с экспертами, с менторами, к нам приходят команды, они рассказывают о своем трекшене, о том, как у них динамика, куда они движутся, какая им нужна еще помощь. Поэтому, конечно, мы всегда со всеми нашими питомцами, со всеми нашими ребятами, мы остаемся на связи, мы их поддерживаем. Я в восторге, если честно, настолько. У меня было мнение, ну, конечно, предвзятое, что дети, это все равно, это будет как-то слишком расхлябисто достаточно, безответственно. Да, то есть и такой возраст достаточно, ну, будоражащий, там, эмоции, чувства, да, то есть много, я думал, других мыслей. А нет, я не угадал. Я такое испытал огромное удовольствие от того, что ребята так ответственно отнеслись к своим заданиям, занятиям, да. Они каждая наша встреча, у нас было 6 встреч, и на каждой встрече они жадно впитывали всю информацию, которую им говорили, да, они внимательно слушали обратную связь по своим проектам, делали коррективы, приходили с новыми, опять исправляли ошибки. Молодцы просто. И как результат, да, 3 команды победили, да, несколько команд вышли в продолжение, в акселератор, в котором они продолжат развитие своих проектов. И это действительно здорово. Ребята горят идеями, ребята хорошо готовятся, целеустремленные и ответственные. Это очень важно, и я уверен, это приведет их к успеху. Это просто здорово. А вы дальше будете им помогать, нет? С удовольствием, конечно. Настолько стало приятно это делать, когда ребята готовы впитывать и готовы слушать и готовы идти к успеху. Это здорово. Конечно же, таким ребятам охота помогать, да. И многие трекеры готовы это делать, да. Они увидели эту ответственность, они увидели этот успех, которого они могут достичь, ребята. Они увидели эти горящие глаза и ту пользу, которую они могут принести обществу. Этому нужно помогать, и будем помогать этому. Очень просят участники наших предыдущих проектов, когда вот мы объехали 44 муниципальных образования в рамках нашего проекта «Бизнес-экспедиция», они очень просят, чтобы мы организовали уже в этом году еще общую встречу, куда бы все участники смогли съехаться. Мы пока вот не можем сказать, насколько это в наших силах, но тем не менее мы уже получили поддержку от администрации Краснодарского края, от Фонда развития бизнеса Краснодарского края, добро на то, чтобы провести бизнес-каникулы, бизнес-уикенд, возможно, в Сочи или в Краснодаре. В декабре мы уже реализуем эту программу, куда соберем 220 школьников и студентов и в такой однодневный бизнес-тренинг проведем. Ну и, конечно, с января месяца у нас уже стартует молодежный студенческий акселератор для студентов Сочинского государственного университета. Особенно мы там ждем тех ребят, которые нацелены сделать практический диплом стартап. То есть я надеюсь, что в этом году у нас появится уже целая плеяда таких выпускников, которые будут работать над практическим дипломом и реально, выйдя из стен университета, зарегистрируют свое ИП или ООО и станут предпринимателями.
Ну а что касается тех команд, которые стали резидентами бизнес-инкубатора, студенты и школьники продолжат там обучение, кстати, бесплатное, и будут развивать свои бизнес-идеи. А самые жизнеспособные проекты получат реальные инвестиции, а значит, начинающие предприниматели смогут открыть свою компанию и начать зарабатывать. Ну и это все, о чем мы вам успели рассказать сегодня. Вы смотрели программу «В курсе». Будьте в курсе всех событий, которыми сегодня живет наш регион. Ну а в студии была Ольга Десятова. Всего доброго и до встречи в эфире.